Друзья, 6-8 декабря в Москве, в Сокольниках, пройдет 5-й чемпионат мира в РПФ по пауэрлифтингу и отдельным движениям. Я, Дмитрий Насон, в свою очередь, призываю всех спортсменов Черноземья собраться в единый мощный кулак и выйти, чтобы побороться за победу в командном первенстве на данном крутом турнире. И не просто побороться, а взять командное первенство. Я уверен, мы это можем сделать. Все желающие, пишите мне, пишите Алексею в личных сообщениях. Давайте соберем мощнейший состав, чтобы порвать помост чемпионата мира. В клочья! Да.